песнями и играми Самарское общество инвалидов вместе с Дворцом ветеранов встречали праздник Святая Троица. Это один из 12 главных христианских праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов. Этот день считается днем создания христианской церкви. Это святой праздник, Дух Святой Троицы, то есть это святое. Но мы и также увязались с тем, что с праздником березки. То есть это тоже традиционно этот праздник отмечается на Руси, говорит о традициях, о взаимоотношениях. Самое главное для души. Праздник душевный для души. На гуляниях нет зрителей, здесь все участники. В таком формате Святую Троицу праздновали впервые. Для детей провели мастер-классы, для взрослых устроили чаепитие и показали творческие номера. И рукодельничаем, и танцуем, и занимаемся спортом. Живем активной жизнью. Праздник Русской Троицы – это повод собраться, повод вернуться к своим истокам, к тем родникам жизненным, которые питают нас, которые позволяют не забывать свои корни, свои традиции и действительно подпитываться. В Самаре проживают 100 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно многие из них участвуют в творческих конкурсах, спортивных состязаниях, а также посещают спектакли самарских театров. Мария Елчан, Григорий Пешаков, События.